Я просил много раз к берегу не подгонять, поить на том пруду. Вот они у тебя пьют здесь, берег обрушают, и одна грязь ползет сюда. Сюда нельзя подгонять к воде. Я много раз говорил про это. Поить только на том пруду, отгоняй их прочь отсюда. Не подпускай их к берегу, они весь берег обрушили. Я вчера смотрел. Вода вот здесь поднялась высоко. Ну, для этого мы тут и трудились. Видишь, ну что, ребенок еще. Ребенок, который все понимает. И он сделает как положено. Вот тут какая-то сетка стоит. Тоже что-то ловит или что. А там деревья повалили бобры. Все, повалили деревья. Засохли вон прямо. Прямо показано. Вот я приехал сюда, и чтобы отогнал. Он уже отогнал. Еремея, Ерема зовем. Ермак. Ермак отсюда имя. Это Еремея был. Вот все, отогнал. Вот не подошел бы, ничего не было. А кто у нас бы это сделал? Не знаю. Вот я везде лезу и, конечно, надоедаю им. А это пирс разнесло водой. Вот доски все надо увозить. Это наши доски-то, похоже. А это вот где крещение будет проходить. Нынче приедут. Это раздевалка, тут шатер будет поставленный. Воды. А здесь, где раньше был пирс у нас, пирс. Посмотрели. А все утонуло, и ну, вода намного больше поднялась. И вон там у нас сток, она прямо видно, что на стоке. Ну, руки трясутся. Вот, и, пожалуйста. И все здесь загородили. Заметьте, сколько шпал. Шпал. Шпал я назвал это, неправильно назвал. Свая, свая. Дерево забивали туда. Вот. А здесь вот сколько деревьев, и все они засохли. А почему засохли? Причина может быть одна. Вон, совенок сидит. Сыщ в гнезде. Ну надо же. Это не коршуненок может быть. А почему? В воду, вода поднялась здесь. Вот здесь воды никогда не было. Но это не все. Воду. Они грызут ветки, эти бобры. Ну и так вот. А здесь вот ров выкопанный. Видно, силосная яма была когда-то. И он сидит мохнатенький. Он, похоже, может быть, даже сова. Больше на сову похоже, совенок. Я к нему тут слажу сегодня, посмотрю. Что он из себя представляет. А это вот где сток воды идет. Даже не могу показать где. Видимо, вот здесь вот. Вот отогнал Ерема, все нормально. А это деревья, бывший лагерь детский, теперь там музей. Комплекс для бедных лагерей. Ну, не знаем, как устоит, нет. Покушаются уничтожить через прокуратуру. Никому не мешает, на навозной куче. А это злодейство такое. 45 лет, тысячи детей подняли без помощи государства. Оно гнобило и давило это государство. Ничем будто не занимается. Ищет, где человек честно живет, будто бы раздавить надо. Такое складывается мнение у многих людей. К вам-то за что, когда вы все это делали? Как? Я что могу сказать? Больше преткновений каких-то делать буду, тем дороже это все будет перед Богом. Вон какой крест там у нас стоит везде, высокий, на шесте. И здесь все пока...